Дженга. Кто победит в этой архитектурной схватке? Увы, Лори сегодня катастрофически не везет. В который раз разрушила башню. Лори, не расстраивайся. У нас есть другая игра. Намного интереснее Дженги. Сейчас твой привычный мир перевернется. Раз, два, три. Встречаем игру, которая покорила весь мир. Фейк или реальность? Игра выглядит странно. Что это? Лори, все очень просто. Смотри, сейчас у тебя фейковые усы. Но они могут стать вполне настоящими. Если, конечно, нажать эту кнопку. Ой, мамочки, мне не идут усы. Срочно уберите их. Без паники. Есть еще одна кнопка. Жмем. И усы снова стали фейковыми. А что? Это даже забавно. Ну что, поиграем? Вот оно, долгожданное свидание. Романтика за этим столиком просто зашкаливает. Сандра с Кевином будто созданы друг для друга. А вот Брэндону как-то не до романтики. Игра ведь в самом разгаре. Какой волнительный момент. Кажется, Кевин наконец-то отважился на поцелуй. Пора жать на кнопку. Это фейк. Ей прелестная Сандра вмиг становится холодной и бесчувственной. Манекен? Ну, Брэндон, тебе крышка. Кевин так долго добивался внимания Сандры. Упс. Похоже, за сорванное свидание придется ответить. И почему девушки так долго делают макияж? Эту загадку мироздания Брэндону и Кевину ни за что не разгадать. Лори, ты скоро? Еще 5 минут. Ух уж эти парни. Неужели нельзя подождать? Лори нужно поторопить. Иначе они опоздают в кино. Пусть у нее будет не настоящая косметика, а фейк. Например, шоколад. Лори же такая сладкоежка. Ей точно понравится. Да, шоколадная косметика – совершенно непрактичная вещь. Зато ее можно съесть. Нет, Лори, сегодня ты останешься без сладкого. Возвращаем помаду в реальность. Ауч, что за шутки? Это не смешно. Вы еще об этом пожалеете. У Брэндона есть мечта. Быть похожим на своего кумира, мастера Ли. Все-таки мальчишки неисправимы. Сразись со мной, если не струсил. Будет исполнено. Лори сейчас устроит другу незабываемую встречу с кумиром. А вот и мистер Ли собственной персоной. И он не привык к такому приему. Это будет неравный бой. Вау, мастер Ли собственной персоной. Но встреча будет недолгой. Брэндону придется немного полежать в нокауте. Отлично. Главное, чтобы Брэндон не понял, чьих это рук дело. Лори так сладко спит. Что ж, это идеальный момент для пранка. План уже готов. Осталось только воплотить его в жизнь. Брэндон, доставай страшилку. Только тссс. Yes. Пусть эта очаровательная змейка полежит рядом с Лори. Отходим подальше и начинаем. 3, 2, 1. От этих криков, наверное, проснулись все соседи. Но зря Лори так надрывалась. Это всего лишь игрушка. Купилась на фальшивую змею? Ну ты даешь. Но смеяться последней сегодня будет Лори. Пульт от игры ведь у нее? Это очень, очень страшно. Кто-нибудь уберите ее. Прости, Кевин. С этого момента каждый сам за себя. Кажется, месть удалась. Парней сейчас лучше не отвлекать. На виртуальном поле разворачивается настоящая битва. И Брэндону, как обычно, нет равных. Эй, ребята, идем! Но парням сейчас не до прогулок. На очереди еще один матч. Что ж, если не хотите по-хорошему, придется использовать пульт. Эй, джойстик не работает. Увы, но шоколадные джойстики не годятся для покорения виртуальных вершин. Теперь ими можно только подкрепиться. И очень быстро. А то растают. Ну, погоди, Лори.
Месть будет по-настоящему сладкой. Вот что бывает, когда отбираешь у мальчишек игрушки. Брэндон не справится. Ну разве он может не похвастаться своей новой машиной? И кажется, тут намечается приятное знакомство. Но у Кевина другие планы. Брэндон не прокатил его на новой машине. Пусть теперь расплачивается. Вот отсюда обзор будет лучше. Брэндон, ты готов к фиаско? О, нет. Детский автомобиль. С фейковой машиной Брэндону даже не светит свидание с красоткой. Кевин, ты... Всегда пожалуйста, друг. Плохие новости. Сегодня тест по биологии. Но даже это не спасает от скуки. Пора оживить это сонное царство. Хорошо, что есть пульт. Жмем на кнопку реальности и встречаем нового ученика в классе. Но почему-то никто не рад этой встрече. Ох, а может зря друзья это затеяли. Смешное вдруг превратилось в страшное. Совсем не того ожидали Лори с Брэндоном. Где там кнопка, чтобы вернуть все на место? Брэндон – мастер лайфхаков для покорения девушек. Просто принеси в спортзал фейковые диски для штанги. И делай вид, что ты спортсмен со стажем. Готово. У тебя десяток верных фанаток. Проверено. Лайфхак работает. Девушки любят атлетов. Вот только сегодня Брэндон просчитался. Тут Лори. Блины из пенопласта? Серьезно? Да здравствует реальность. Пусть Брэндон наконец-то поймет, что обманывать девушек нехорошо. Преданных фанаток как ветром сдуло. И как теперь справиться с этим неподъемным весом? На помощь Лори можно не рассчитывать. Хорошо, что рядом нет друзей с их бесконечными пранками. Можно устроить себе спокойный шопинг. Но какой же тяжелый выбор. Вот этот свитшот вроде ничего. Беру. Зря Лори расслабилась. Друзья уже на чеку. Сейчас или никогда. Пора жать на кнопку. Фейковые купюры? Как вам не стыдно, дамочка? О, нет, это не то, что вы подумали. Классный шопинг обернулся кошмаром. Парни празднуют победу, но на глаза Лори им сейчас лучше не попадаться. Какая удача, что Кевину с Брэндоном удалось попасть на премьеру фильма. Еще и вкусняшек с собой прихватили. Это вы зря, парни. Поесть вам все равно не удастся. Тут Лори, и она настроена решительно. Кевин, любишь мармеладных червячков? А как насчет настоящих с ароматом свежей земли? Фу, от этого деликатеса Кевин лучше откажется. Брэндон, не злорадствуй. Твой попкорн тоже в опасности. Как насчет пенопласта, дружок? Нет, это совершенно несъедобно. Сразу понятно, кто здесь замешан. Беги, Лори, беги! Но есть все равно хочется. Может, хоть в кафе она нас не достанет. Но Лори с очередным коварным планом уже тут. Она всегда на шаг впереди. Ммм, как вкусно. Ты проиграла, Лори. Тебе нас не найти. Нет, парни, это вы проиграли. Как вам картонная пицца? Очередное поражение. Придется смириться. Похоже, сегодня мы останемся голодными. Но разве Лори бросит друзей в беде? Вот бы все пранки заканчивались на такой вкусной ноте. Почему бы всем вместе не попробовать новую пиццу? Эти конкурсы красоты – сплошное огорчение. Понятно же, что Лори не светит первое место. Но мечтать ведь не запрещено, так? Как здорово на ней бы смотрелась эта корона. Кажется, Лори вполне заслуживает на то, чтобы стать королевой красоты. Решено. Пусть мечта подруги сбудется. Ух ты! Лори такое и не снилось. Настоящая корона на голове и чек на кругленькую сумму. И бесконечные аплодисменты. А в первом ряду лучшие друзья. Самые преданные поклонники Лори. Но реальность жестока, если относиться к ней беспечно. Игра окончена, ребята. Вау! Добро пожаловать в реальность. О, нет. Ну почему именно сейчас?
Понравилось наше новое видео? А тебе хотелось бы поиграть в фейк или реальность? Напиши нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти продолжение этой забавной игры на канале Трум-Трум Селект.